Сегодня мы приготовим шоколадную колбасу. Для этого нужно печенье любое. Мы взяли юбилейное, сгущенка, сливочное масло, какао-порошок. Ну и для украшения сделаем эмодемский, как у меня любят внуки. Перемалываем печенье на блендере. Так, у нас с пачки получилось столько печенья. Растопили масло. Добавляем масло, сгущенное молоко. Чтобы был красивый цвет, мы еще добавили вареный вот такой сгущеночек. Вот такая вот у нас получилась красивая масса. Добавляем 2 столовые ложки какао в эту вот смесь протертую печенье. Тщательно перемешиваем. Все перемешали, сделали однородной массой. Выливаем смесь в кровь. Перемешиваем. Перемешиваем до однородной массы. Добавляем мы M&M'ски. И аккуратненько все перемешиваем. Все тщательно перемешиваем, чтобы наши M&M'ски по колбасе расположились равномерно. Берем рулон, выкладываем на пищевую пленку и формируем красивой такой колбасой. Вторую такую колбаску по такому же принципу. Получились у нас вот такие две колбаски шоколадные. Мы кладем на ночь в холодильник, в морозильную камеру. Такая получилась у нас колбаска. Красивая. И режется очень даже хорошо. Ну а теперь, Матвей, давай, бери, дегустируй. Если пальчик вверх, то говорим мы хорошо, вкусно. Если вниз, то плохо. Отлично. Ну все, тогда кушаем.